У нас на даче в клубнике. Вот клубника растет, бегает тарантул. Первый тарантул в этом году. Вот такой он. Маленький, хороший тарантул. Куда ты бежишь? Где-то его норка потерялась. Вчера был сильный дождь. И он теперь бегает. Наверное, норку его затопило. Ой, ой. Так интересно его трогать. Не надо. Чего? Не надо, еще укусит. Вот норка. Пап, не надо, пожалуйста. Тарантул. Ой, он такой мягенький. Да хватит, папа, пожалуйста. Да что ты боишься? Пап, я не хочу, чтобы он укусил кого-то. Ой, ага, хотел укусить. Он не сильно ядовитый. Очень. У меня это самое. У него, кстати, один зуб сломан. У него два клыка должно быть у тарантула, а один у него отломан. Так что он инвалид. Хочешь его потрогать, Катя? Нет. Маргоша, будешь его трогать? Я шучу, не надо. Какие у него жало? Жало, но там, где у него пасть, там зубики. И там у него два таких клыка. Ой, глянь, в землю вжался, видишь? Вроде бы как замаскировался. Будто мертвый, да? Да. Папа! Он хотел на пузико перевернуться. Что ты пищишь? Да я не хочу, чтобы папа его трогал. Сама потрогай. Ну все, беги, паучок.